это, можно сказать, пока что коротенький ролик. Просто сейчас, так сказать, у меня то учеба, то и просто никак не получается, чтобы нормальное видео снимать, как обычно, всякие походы. А так хоть вот, что-нибудь. Ну ничего, мы сейчас скоро поедем на новые приключения. В этот раз зимний. Да. Из-за какой? Ну вот этот вот, навалили просто. Ну что, зато горит. Ну да. Пока что сразу одну минуту не перчат. Хорошо горит. Искры такие летят, далеко видно. Есть что рассказать? Толкните кто-нибудь какую-нибудь речь. Только не против вакцинации. Арнольд Шварценеггер в фильме «Команда». Да уж. И что, ты ее прям так положишь, да? Ну да. Вот так. Лавочкой. Все. А что? Да не, просто. Костерный, как лучше класть вот так вот, не домик, так чтобы он плотнее лежал, а в домике там большое расстояние получается между бревнами. Не, ну домиком-то, чтобы они просохли. Так сказать, все мы самое простое знаем. Чтобы было горение, нужен кислород. Ну, все равно, все будет между бревнами проходить. Все равно. Мы сделали раньше котел, всегда жгли, всегда вот так вот вдоль. Мы знаешь, как делали? Мы это... Клали три бревна на низ или четыре, и на них разжигали костер, чтобы было больше этого, как его, жара от костра. Но мы брали березовые эти. Так, планировали чисто погулять. Чисто прийти сюда, да. Здесь там костер пожечь и все. Видно хоть это все? Видно. Очень прикольно смотрится. Просто оно и... сгорает потихоньку. Да. Ну все, я его уже убил. Оно уже не хочет так хорошо. Уже можно спустить. Ага. Давай. Умнейшая, там вообще про женщину. Блин, джедаи, блин, на минималках. Это вот история о том, как снимали «Звездные войны». Вот так вот подержали палки в костре и вот так вот махали. Фуга.
играли. Давай, мне кофе-то дай. А хотя нет, да. Сейчас я только рукоятку похожу. Вы аккуратнее только. Ладно. Все равно за. Теперь такие огоньки везде. Эй, сейчас свет покинет, смотри, чтобы тебя не упал. Ну, это даже давайте будет покруче. Еще так как огоньки везде теперь. Эти-то искорки бросали склеящие. Вон, их видно. Да я видел. Чем мы сейчас вспомнили? Помню, когда вот был совсем маленький еще, это к разговору о том, что все говорят, что я, образно говоря, полная копия тебя. Когда был маленький, вот смотрю черно-белые фотографии, где ты такой же маленький, как я, и у меня тогда мозг просто ломался, типа, как это возможно? Потому что фотографии-то давние, но вот на тот момент я выглядел точно так же. Так и получаешь, что вот сравнивая себя на по тем временам с современным фотографиям и с теми, что совсем древние, казалось, что вот я стою.